Залежалые салаты в коробках не понравились подписчикам певицы, но она рьяно их защищала. Сегодня певица Валерия решила наконец монетизировать свой молодой и привлекательный внешний вид, оправдывая его не хорошими генами и многочисленными пластическими операциями, а правильным питанием. Звезда запустила собственное меню и рассказала об этом подписчикам, предлагая немедленно делать заказы готовых завтраков, обедов, доставляемых в специальных контейнерах. Но то ли поклонники имеют горький опыт заказа некачественной пищи, то ли фото завтрака в виде салата на фото певицы выглядело непривлекательно, но они выступили с критикой подобного стиля питания. Для звезды уровня Валерии любая критика не должна быть в новинку. Однако, неожиданно для многих певица вдруг сцепилась с хейтерами и начала им доказывать, что продвигает незалежалые салаты в контейнерах. Судя по тому, что у артистки немало рекламы в профиле в соцсети, она не брезгует таким видом заработка на благосклонности фанатов, но когда они высказали негодование, Валерию это, видимо, взбесило. Несговорчивые подписчики, не желающие хавать, что дают, попросту мешают Валерии делать деньги, ведь наверняка запуск собственного меню нужен Валерии не потому, что она ночами не спит и переживает за рацион своих поклонников.